Добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Resident Evil 3 Remake. С вами, как всегда, Доцент, и мы начинаем полностью на русском языке, и полностью игра будет от первого лица. Эпидемия распространилась быстрее любой болезни в истории. Для тех, кто, если не в курсе, я проходил, ну, только не на канале, третий Resident оригинальный, который был на PlayStation. Правда, это давно было, но тем не менее. Карантин на юго-западе США. И во вселенной таки разбираюсь, более-менее. Порядочность — это ключевые ценности, лежащие в основе корпорации Umbrella. Несколько запоздалое прохождение, не раз писали в комментариях, но тем не менее. И на этой основе мы продолжим строить... У меня другое восприятие времени, скажем так. Я либо слишком вперед, либо немножечко... чутка назад, скажем так. Нестабильность и хаотичность — наше все. Да, и уровень сложности хардкор. И еще это будет сложнее в том плане, то, что полностью игра будет проходиться от первого лица. Прям как седьмой резидент, допустим. Так. Кодовое имя Немезис. Купленный на распродаже. Так, с доставкой посылкой, так сказать, в Raccoon City. Я выбрал уровень сложности хардкор, потому что игра в чем-то похожа на второй Resident. И поскольку я, ну, играл во второй Resident, в принципе, то... вот только не помню, на каком уровне сложности проходил, но так или иначе, игры подобного жанра мне знакомы, и... добавим остроты, так сказать. Сложный уровень сложности и... а режим от первого лица, это будет вообще что-то с чем-то. Он, оно будет корявым, во-первых. Во-вторых, все ролики, какие здесь есть. Заставки, кат-сцены мы будем стараться смотреть от первого лица, что тоже добавить изюминки. Я чуть много угара чую будет. Но тем не менее. Так... давление. Когда температура поднялась за 37, да? Ой, беда. Детским кремом помажь, пройдет. Пройдет. Так, ну а это стандартная медицина. Свинцовая пилюля внутривенно. Вот черт. С каждой ночью все хуже. И не говори. Еще 3 дня, и я наконец уберусь отсюда. Ну и хвала всем и вся. Так, учитывая, что этот резидент у меня просто каким-то чудом пошел на моем дохлом ноутбуке, у меня такое ощущение складывается, что ноутбук тоже, наверное, был сделан корпорацией Umbrella. Кодовый проект не Nemesis, да? А просто заебись, да? Будет новая, так сказать, модель. Особенно, когда рейтинг проводишь, как там, диагностику компьютера через свойства компьютера, и там индекс работы, да, компьютера, там, 5 звезд, да, Stars! Вот это было бы классно, вот это была бы модель, а? Но, тем не менее. И... кран закрой, льется всю ночь. Сдурело, что ли?
Не, ну что-что, но разработчики, конечно, молодцы. Они, так сказать, на двух гранях прыгают. То они делают какие-то порты, не пойми как, то у них оптимизации такие, что вот только бери и ставь в качестве примера, обалдеть. Уж если на моем идет, то это вообще... Так... Ну и, собственно, перво-наперво преимущество игры от первого лица. Да-да. Головы, правда, нету. Ну ладно. Так. Ну ладно, представим, что она там есть. Ну, а вы как хотели, от первого лица. Тут еще можно эффекты затемнения по краям экрана убрать. Но, во-первых... Очень и очень трудновато перемещаться. То есть это не как обычного от первого лица. Тут, я предвкушаю, будет очень много проблем, будет очень сложно, потому что, ну, сам по себе сложный уровень сложности, так еще и от первого лица, в котором довольно много чего корявого. Но заставки тоже от первого лица. Слушайте, ну вот-вот, ради таких ракурсов, по-моему, я думаю, стоит попробовать. Так. Алло? А что это? Ты в порядке? Брэд, это ты? Срочно выбирайся оттуда! Что случилось? Нет времени объяснять! Выбирайся немедленно! Хорошо, дай только... Ой... Клара Плата! Как из со второго Человека-паука. Дорогая, чтобы стрелять правильно, надо смотреть, куда стреляешь. О-о-о. Ой-ой-ой. Ничего себе. Дверь исчезла. Ну, туда... Что это за хрень? Обалденно. Камера на месте осталась, друзья. Беги, Джилл, беги! Удачи! Так. Причем голова, заметьте, была, да? То есть ее там нету, а тут есть. Надо выбираться. Тут дело в том, то, что заставки, так сказать, они подразумевают от третьего лица, то есть там постоянно, как вот, допустим, если посмотреть видео, где Mortal Kombat, там заставки фаталити, ракурс сбоку, то постоянно меняется угол освещения, т.д. и т.п., чтобы кинематографичность была. А здесь все заточено под вид от третьего лица, под правильные ракурсы и прочее. А тут стоит от первого лица, и мы видим слепые зоны, которые не попадают в обычные катсцены, и плюс глаз героини. Это со стороны смотрится там, я не знаю, боевик Джона Ву, а... А тут будет это, что видит героиня, то есть чуть менее, чем ни хрена. Блин, как трудно-то это самое. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну от первого лица здраво играть. Я тут еще настроил, чтобы поворачивалась это, так сказать, Джилл за камерой. Ну, мало ли. Так. Ё-моё. О-о-о. Что происходит? Вообще какая-то это... На корячках куда-то. Блин, какая-то фигня. Так, ладно. О! Тут от третьего само включилось. Ну тут периодически он берет какую-то фигню выкидывает, то есть нестабильно. Это где я? Вообще непонятно, что происходит. Нет, ну классная тема, ребят. Ладно. Чё это такое? Это чё это было в кадре? Какой кошмар, а? На весь экран прям под носом. Тут... Игра сейчас вам рейтинг 18+, не скакнет? Ёбать.
Джилл, удачи! Передавай привет жителям Ракун-Сити, а я здесь подожду. Ё-моё. Какой кошмар. Не, вы видали, да, это на весит самое. Вот, собственно, про него я и говорю. На весь экран такой под носом. С ума сойти. Покиньте город. Как же неудобно от первого лица, а? О! Брэд! Теперь от третьего. Ты как? Что это за монстр? Без понятия. Но он охотится за агентами Старс в городе. Тобой и мной. И я сваливаю. Сама подумай. Чем больше ждем, тем больше в жопу. Ну, перевод, конечно, где-то нормально. А где-то что-то прямо беда совсем. Я не знаю, но беда никогда не приходит одна. Вот тут я согласен. Если первый запорол свою роль, то и второй тоже, да? Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой, да? Так. То есть видите, как обалдеть, прямо она ковыляет как будто. А бежать я могу, бежать могу. Я, во-первых, камеру не могу опустить ниже это. Эй, сюда! Да куда ты побег-то так? Во, shift! О, ребята, с такой качкой. Далеко пойдем. Как столько людей могло заразиться? Брэд, берегись! Рука зависла. Она джедайскую силу использует. Их так много. Это как это. I feel you like a fave disturbing. Дарт Вейдер. Дверь сзади, ну! Ёптать, Брэд! Вот, блядь! Не переживай. Мы справимся! Брось, Джилл! И так все ясно! Нет, не ясно! Мы еще команда? Конечно! Тогда смотри, не облажайся, как я! Иди! Мне жаль, Брэд. Угу. Видимо, его с маслом употребили. Вуаля! Не, ну красота, согласитесь, да, от первого лица игры? Что-то я периодически под астральный мир вижу, вернее, под ацральный, скажем так. Как тут стрелять-то будем? Ой. Ой. Так. Тихо! Грызут мне! О, нет, я сваливаю. Чё-то там совсем все плохо. Так. Ну, слушайте, это прям как обычная игра от первого лица, только в некоторые моменты переключается от третьего для создания кинематографичности. Это не может не радовать. Давай, открывай. Эй, вы, внизу! Идите на крышу парковки! Перемещаться, конечно, трудно. Очень трудно. Вертолет доставит вас в безопасное место. Безопасное? Я никуда не пойду. Парковка близко. Я провожу Нет, вас. Нет, безопасно только здесь. Сэр, как вас зовут? Я не могу вас бросить. Я Дарио Росс. И да, я понял. Вы просто хотите украсть мое убежище. Нет, еще тебя зовут. Своё ищите, дамочка. Дамочка? Успокойтесь, пожалуйста. Я из полиции. Пришла помочь вам. Да. У вас прекрасно получается. Хотите помочь? Можете приковать себя к одному из этих уродов. Сэр,
сэр. Это последний шанс. Никто больше не приедет за вами. Я никуда не пойду. Лучше помру здесь с голоду, чем пойду на корм одному из этих монстров. Тогда а червям на корм пойдешь. А, идиот, ё-моё. Ну ладно, очень трудно перемещаться, прямо чувствуется, что вот управление заточено от третьего лица, то есть нельзя так стрейфиться, быстро все бегать, но это... О! Пистолеты. Так, патроны. Ёптать. Я правильно понял, дергать надо? О! О! Вот, вот такие ракурсы тоже радуют. Неплохо, так сказать. Ёптать! Так. Как тут перезарядка-то? Во. 9 пуль, обалдеть. И нифига и нету. Ой, ё! Залезай ты! Пошел нахер отсюда, мой лифт! Ну же, давай! Тень все палит. Обалденно. Отвал башки. Буквально. Слушайте, а прикиньте, если у него такая голова была бы реальная. Видите, то есть меняется обстановка. Из-за ракурсов. Где-то пас условно среди нас летает невидимая камера, которая должна снимать нужные ракурсы, но мы видим только с одной перспективы, поэтому... Ой-ой-ой. Как Слендер. Ну же, заводись, блядь. Моя очередь, сука. Ну! Ё-моё. Слушайте, ну красота. Вообще нихера не понятно. А в принципе, а как может быть иначе, согласитесь, да? Полное погружение. Так, я откуда-то сбоку вылезаю, да? Слушайте. Эй, гондон! Кто, водитель газельки стрельнул? Хороший ракурс. Эй, блин. Покажем местную маршрутку, да? Так, спокойно, я помогу. Кто ты? Что ты делаешь? Я Карлос. Спасаю тебя. Давай, пойдем. То есть она его лица вообще не видела, да, по сюжету? На самом деле. У нее глаза в другую сторону смотрели. Но когда человек на адреналине, у него угол обзора сужается, он смотрит только вперед, ни на что не обращает внимания. Имеет место быть. А она в этот момент решила посмотреть на газельку. Проезд сколько, да, думала? Мы собираем здесь выживших. Где здесь? Мои ребята переделали вагоны в убежище. Все чисто. Я в норме. Личное пространство. Хорошо, понял. Идем. О, да ладно. Какой мудак их закрыл? Тираны глубин. Адский. Так что ты знаешь о том монстре? Слизюк подводный этот.
собиратель. Так, понятно. Так, так, так. А, прикольно. Не, ну от первого лица имеет место вот быть, добавляет атмосферы. Еще бы в VR бы, это вообще было бы круто. Ничего, никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет и не остановится. Любишь таких мужчин? Ну нет, он весь твой. Поверь, ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Umbrella, сокращенно UBCS. Ты издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Это же из-за вас все случилось! Стоп, 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 стоп! О чем это ты? Доверять мне ты не обязана, но я иду в убежище. Ты со мной? Тот же самый голос. Давай, сюда. Очень всем знакомый, все мы его знаем. Ну, разница видна, так сказать, в опыте. Когда кто-то озвучивает, это видно невооруженным глазом. Можно говорить что угодно, как говорится, но все-таки опыт имеет большое значение. От первого лица как будто немножечко подергивается все, трясется. Капитан, этой милой даме пригодилась бы помощь. Видали, как свет сменился, фонарь Карлос, загорелся над этим. Ты даже не спросил милую даму, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Raccoon City. Ее зовут как-то там Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали сюда спасать. Легендарное наименование. Михаил Виктор. Ну да. И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. А, поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Даже уберечь их жизни я не смог. Благодарите за это свое начальство. Да. Что какой-то хоррор прям. Мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Спишем это все на приходы, Джилл. Нам нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Один автомат. Ну тут, видимо, ее лицо показывают. Ладно. Я в деле. Кому это говорю? Но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Мы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Хорошо, Суперкоп. Держи. Это чтобы быть на связи. Я знаю, что такое рация. Итак, начнем. Сперва снарядим тебя. Поднимайся на улицу. Там будут припасы. Да. Мне бы отряд осветителей сверчков этих выделить, которые каждую секунду перемещают прожектор со светом. Черт, капитан. От вас прям кусок оторвали. Ничего, проживу и без него. Как говорил легендарный Оби-Ван, не беда, половина корабля еще осталась, да? Обалденно. Это он его чем там, антикомарином, да, обработал? Или дихлофосом? Хороший. Не, все мы понимаем, что это легендарный спрей, но все же. Так. Эта штука так влево-вправо прыгает. Ну, нормально. Автомат бы забрать. Вот что-что, а автомат всегда в сцене присутствовал. Хоть Карлос исчезнет, хоть этот исчезнет, Михаил Виктор. А чё-то как-то не это. Так, надо искать припасы какие-то. Ага, я не могу. Ну окей. Погнали сюда. Так. Пробел какой-то, рывок у нас. Прикольно. О.
Первая полоса желтой газеты. Утром 25 сентября в полицейский участок Ракунд-Сити позвонил взволнованный горожанин. Произошло дерзкое нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Лэмс. Прибывший на место офицер полиции обнаружил в мусорном контейнере изуродованное и расчлененное тело женщины, покрытое следами множества укусов. Очевидно, несчастная была съедена, и это третий подобный случай в Ракунд-Сити за последний месяц. Так кто же виноват? Кто превращает людей в стейки? Так, нас в New Comet может гложет чувство, что больным так называемой каннибальской болезнью, которых, по идее, с августа бесплатно лечит Спенсера Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой. Спенсер? Тот самый Спенсер, да? Наши репортеры отправились в Спенсера Мемориал за правдой и вернулись с добычей, от которой у вас, дорогой читатель, волосы дыбом встанут. Подробности на следующей странице. То есть, смотрите, она у нас представитель спецподразделения Stars с друзьями. Один ей даже позвонил, предупредил. Месяц целый кого-то жрут уже в городе. А она такая, а чё происходит, ё-моё? Обалденно. Я тоже предвкушаю мне... Джилл, это да. Снова я. Ты уже поднялась? В процессе. Так какой у нас план? Старик приказал расчистить пути. Сможешь заставить метро снова работать? И как мне это сделать? Сначала восстанови питание. Доберись до главной улицы, и я укажу путь к подстанции. Поняла. Не будем мешать. Я уже предвкушаю, что в комментариях там... Долго ты! Долго, доцент, игру эту хотел начинать проходить там, да? Опоздал там, что-нибудь такое там пишут. А вы посмотрите на Джилл. Тут уже месяц кого-то едят, а она только это сейчас как-то начала это... Что-то осознавать, по всей видимости. А то этот ей говорит, вали, надо. Что происходит? Действительно, что происходит? Просто месяц уже кого-то жрут. Понемножку, конечно, но все же. Вот, трава от первого лица. Вообще красота. Порох. Так. Ага, Кьюта, быстрый разворот. Альт это выровнять. Вот, 4. Обалдеть, Скайрим прямо. Так. Так. Фильм «Беспредел», да? А-тя-тя. Обалдеть, ножом еще попасть надо. А чё, ножом это... Тут, походу, надо это, да? Пули не снять. Да. Замок слишком мощный, чтобы, так сказать. Во. Отлично. Можно, в принципе, с ножами попробовать. Только неизвестно, как это все пойдет дело. Ну, головой очень медленно поворачивает. Ой. Так, ну тут, очевидно, надо думаю, что-то я найти. Я бы смогла включить эту штуку, если бы поняла, что и куда вставлять. Давай начинай понимать быстрее. Траты в полевых условиях. Ну, видимо, те же сверчки, которые... Гномы, гремлины, наверное, да? Так сказать, со съемочной площадки. Они, помимо того, что свет расставляют каждую секунду в сцене, так еще и вот руководство везде оставили. Обалдеть. Так, тем, кому... Ближе к делу. Мощная микстура, две травы. Микстурка максимальной мощности, зеленая и красная, или три травы. И целебный спрей. Его самостоятельно не приготовят. Видишь, бери, а пока все. Ну, я думаю, давайте-ка тогда мы здесь, наверное, закончим. Так сказать, коль у нас здесь и печатная машинка, и ящики, и все остальное. И продолжим уже запускать все это дело в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.